Добрый день, дорогие садоводы и слушатели нашего канала. Наступило время подведения итогов нелегкого труда огородников. В сентябре проводится уборка брокколи, одного из самых полезных сортов капусты, который обладает прекрасными вкусовыми качествами и давно вошел в рацион любой хозяйки. Брокколи в кляре, запеченные сыром и зеленью, суп-пюре – вот только несколько блюд, которые можно приготовить из этого овоща. Чтобы брокколи сохранила свои уникальные свойства на долгое время, необходимо создать хорошие условия для хранения и, главное, вовремя собрать ее. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила. Сбор урожая производится, пока бутоны находятся в нераскрытом состоянии. Начинают уборку с обрезки центрального стебля. После того, как центральная часть растения срезана, образуются молодые побеги, на которых также появляются головки капусты. Не такие большие, как центральные, однако не уступающие им по качествам. Урожай собран, и возникает вопрос, как хранить брокколи всю зиму. Плоды этой культуры совершенно не переносят тепла, поэтому после уборки капусту сразу следует поместить в холодное место, подвал или погреб, а затем в холодильник для длительного содержания. Магазин «Хитсад» предлагает ящики для хранения овощей, выполненные в оригинальной форме из натурального дерева, прошедшего специальную обработку. Следите за нашими новинками и подписывайтесь на наш канал на YouTube.